Дорога как образ жизни. Трудно переоценить значение автомобильного транспорта в современной жизни. Транспорт играет важнейшую роль в нефтедобыче. УТТ НГДУ «Нижне-Сартымск-Нефть». 30 лет движения к безупречному профессионализму и мастерству. Сибирь – суровый, но благословенный край земли русской. Маленькой точкой на ней пульсирует поселок Нижне-Сартымский. С древнейших времен населяли эти труднопроходимые земли коренные народы севера – ханты и манси. Сегодня это перспективная территория с развитой нефтедобычей и быстро растущей инфраструктурой. Тридцать лет назад, 1 августа 1990 года, в связи с вводом в эксплуатацию новых месторождений и строительством поселка Нижне-Сартымский, было создано УТТ НГДУ «Нижне-Сартымск-Нефть». На новое структурное подразделение была возложена непростая задача по обслуживанию технологического процесса добычи нефти, доставки работников на месторождение. Эксплуатация транспорта в условиях Крайнего Севера по плечу лишь профессионалам высочайшего уровня. С самого основания УТТ и до сегодняшнего дня работники предприятия блестяще подтверждали и подтверждают высокое звание профессионалов своего дела. Назначен Геннадий Илиахметов. На его плечи лег самый непростой период истории УТТ – период становления. Не было ремонтной базы, машины стояли под открытым небом, а про обогреваемые стоянки и гаражи тогда оставалось только мечтать. Зимой приходилось разогревать схваченное морозом железо газовыми факелами, машины к ним выстраивались в очередь. Вот такие были времена и условия. Это только потом построили теплые гаражи для автомобилей, установили металлические ворота и ремонтную зону. Молодые романтики, усердно работая на оптимизме и энтузиазме, с гордостью проходили все испытания, подтверждая высокое звание транспортника. В разные периоды времени транспортное управление возглавляли Василий Демет и Владимир Парфенов. Сегодня управление возглавляет Виктор Карпунин,
определивший новый вектор развития предприятия. За прошедшие 30 лет Нижнесартымское УТТ выросло в самое мощное автотранспортное предприятие ПАО «Сургутнефтегаз», став своего рода экспериментальной площадкой для внедрения новых технологий по ремонту и эксплуатации техники. УТТ НГДУ «Нижнесартымскнефть» — единственное из всех транспортных управлений «Сургутнефтегаза», обслуживающее нефтяников, буровиков и социальную инфраструктуру поселка, где оно базируется. В автопарке предприятия самые современные машины, облегчающие работу нефтяников, от легковых автомобилей до мощнейших тяжеловесов. УТТ НГДУ «Нижнесартымскнефть» – самое крупное среди родственных подразделений ПАО «Сургутнефтегаз», включая так называемые номерные управления. Парк составляет 937 единиц техники, 557 единиц прицепного хозяйства и 31 снегоход. Численность работников – 2189 человек. Голая статистика – скучная наука, но за сухими цифрами – огромная энергия людей, мастерство и труд работников УТТ. Сегодня протяженность автомобильных дорог в зоне хозяйствования УТТ НГДУ «Нижнесартымскнефть» составляет более 2000 километров. Суммарный пробег всех единиц транспорта за прошедший год составил 37 миллионов километров. За 30 лет водителями УТТ пройдено порядка 1 миллиарда километров. Время, отработанное водителями в наряде за год, составляет более 3 миллионов часов. За 30 лет эта цифра составила около 80 миллионов часов. В этих цифрах труд большого и дружного коллектива единомышленников, профессионалов, верных своему делу. Много лет назад или совсем недавно, сознательно или в силу стечения обстоятельств, они выбрали делом своей жизни эту профессию – побеждать время и расстояние, идти всегда первыми, преодолевая непогоду и усталость. Они выбрали дорогу как образ жизни, неся ответственность за жизни людей. Любовь к своему делу помогает с достоинством идти по дороге жизни. Сильнейшие морозы и тревожные сумерки, и слезы, и злость – все было в трудовой биографии тех, кто были первыми, кого сегодня с почтением называют ветераны. Они своим трудом писали славную историю предприятия, создавали условия для сегодняшнего развития. Своим самоотверженным трудом они создавали надежный фундамент родного предприятия. Ветераны УТТ хранят главный фирменный секрет успеха эффективной работы и с удовольствием делятся им с молодежью. Заключается он в беззаветной любви и преданности профессии, во взаимовыручке и вере в свои силы, и в тех, кто работает рядом, делит одну главную дорогу жизни. Дорогу, которую они выбрали однажды и навсегда. Такое емкое слово «дорога» и как много смыслов в себе несет. Дорога как судьба. Дорога как путь к нефти. Дорога как путь к себе. Дорога как путь к будущему. А будущее УТТ «Нижнесартымскнефть» – это молодежь. Молодежь УТТ – это молодые специалисты, которые по максимуму реализуют свой физический, творческий и интеллектуальный потенциал. Живут яркой, интересной и насыщенной жизнью. Молодежь УТТ – это перспективные точки роста предприятия. Молодые специалисты, которые идут к своим успехам, думая не только о себе, но и о коллективе, в котором работают, о поселке, в котором живут, о стране, в которой они выросли.
Они меняют масштабы сознания, смотрят дальше, видят больше, чем предлагает им каждодневная будничная жизнь. В УТТ пришло достойное поколение молодых. Главный ресурс любого предприятия – это люди. Численность работников составляет 2189 человек. Средний возраст – 40 лет. Многие работники удостоены высоких наград. Жизнь человека многогранна и состоит не только из трудовых будней. В управлении созданы прекрасные условия не только для производственной деятельности, но и для занятия спортом. Работает игровой зал для волейбола, баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса и тренажерный зал. Работники УТТ успешно принимают участие в спортивных состязаниях разного уровня. Традиционно являются чемпионами НГДУ «Нижнесартымскнефть» в комплексной спартакиаде среди цехов. В спартакиаде, посвященной Дню работников автомобильного транспорта и памяти Александра Евстигнеевича Рюпина, команда УТТ – неизменный победитель или призер. Работники УТТ – лауреаты конкурса художественной самодеятельности, проводимого в ПАО «Сургутнефтегаз». Традиционным стало партнерство управления с дружественным коллективом культурно-досугового центра. Его творческие коллективы – частые гости в подразделениях УТТ, на торжественных собраниях, юбилеях, профессиональных праздниках. Ресурс, потенциал и стратегия. Ожидания, намерения, будущее. Мечты, проекты, перспективы. Стремление, движение и результаты. Управлению технологического транспорта НГДУ «Нижнесартымскнефть» 30 лет. 30 лет – возраст расцвета, радостного созидания и осмысленного развития. А впереди новые дороги зовут. Только дальше, только лучше. Вот смысл, вот цель настоящей жизни. Дороги, которые мы выбираем. А может быть, дорога выбрала вас? Дорога. Ваша профессия, ваша жизнь, ваша счастливая судьба. Приумножайся и ширься, дружный коллектив единомышленников. Живи во благо и на радость всем. С праздником, с юбилеем! Дорогие друзья! Поздравляю вас с 30-летием со дня основания управления технологического транспорта НГДУ «Нижнесартымскнефть». Нашему коллективу выпала честь работать в НГДУ «Нижнесартымскнефть», самом большом управлении ПАО «Сургутнефтегаз», на которое возложены большие задачи по добыче нефти и газа. И нам, транспортникам, автомобилистам, необходимо выполнять возложенные на нас перевозки персонала, грузов, технологические операции, связанные с добычей нефти. И мы на протяжении 3 десятилетий с честью выполняем задачи, возложенные на нас. Уверен, что накопленный опыт нашей команды и мастерство станут отличным подспорьем в дальнейшем развитии нашего предприятия и достижении новых рубежей. По случаю праздничной даты примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, поддержки близких и коллег. С праздником вас!